Добрый день! Сразу после установки GIMP обычно имеет английский интерфейс. Для удобства использования программы его можно легко изменить на русский. Нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш Alt, Ctrl, T. Открывает терминал. Печатаем или копируем в описании к видео команду. Вставляем, нажимаем Enter, печатаем пароль. Пароль в терминале не отображается. Его нужно просто набрать и нажать Enter. Нажимаем D, соглашаемся, нажимаем Enter. Ждем пару минут. Перезапускаем GIMP. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. У меня на канале вы найдете другие полезные советы по программам Ubuntu, а также уроки графики в программах GIMP и Inkscape и 3D моделирование Blender.